Сегодня в Караганде презентовали мобильные устройства, изготовленные для ветеранов Великой Отечественной войны. С помощью нового гаджета соучастники войны одним нажатием кнопки могут вызвать скорую помощь. Какими еще преимуществами обладает мобильный телефон, узнавала Бакытгуль Окасова. К 70-летию Великой Победы ветераны войны получат на бесплатной основе мобильные устройства, на оборотной стороне которых есть кнопка экстренного вызова. Преимущество нового гаджета в том, что все персональные данные ветеранов уже имеются в базе данных телефона. После нажатия кнопки в течение 15 минут медики доберутся до участника войны. Оператор своевременно выявляет причину вызова и оказывает экстренную помощь. Например, если это связано в первую очередь со здоровьем наших ветеранов, у оператора по индивидуальной карте абонента высвечиваются все ключевые заболевания, в том числе даже лекарственные аллергии или другие какие-то серьезные моменты, на которые мы должны обратить внимание. Сейчас в Карагандинской области проживают 376 ветеранов Великой Отечественной войны. И все они получат мобильные устройства. Акция «Линия жизни» проводится в рамках проекта «ЖНС». Такую помощь уже получили ветераны, проживающие в Астане и Алматы. Благодаря новым устройствам спасено 3 человека. Перенесение неимоверные тяготы и лишения жесточайших схватков, врагов. Эти люди в послевоенные и последующие годы внесли большой личный вклад в восстановление разрушенного народного хозяйства. Проект реализуется при поддержке Карагандинского областного филиала партии «Нур Отан», Центрального совета ветеранов и Фонда национального благосостояния «Самрук Казына». В общей сложности для осуществления проекта ЖНС выделено около 600 миллионов тенге. Бакытгуль Окасова, Жанайдар Рахимжанов, Айдос Садыков, 5 канал.